По мнению группы инициативных горожан, постепенный переход на цифровое образование – не что иное, как возвращение к дистанционному. Оно было введено в конце прошлого года из-за пандемии по коронавирусу. Родители уверены, под предлогом перехода на такую форму обучения их детей хотят лишить возможности заниматься в обычном режиме с педагогами и письменными заданиями. Подаем уведомление на митинг от сообщества родителей и учителей против цифрового электронного образования. Это второе наше заявление. Надеемся, оно будет положительным результатом. До сегодняшнего дня родители трижды получали отказ о проведении митинга от мэрии Барнаула. Главный аргумент – в регионе по-прежнему запрещены массовые мероприятия. Родителей такая причина удивляет. Митинг не согласовывают, а день города отмечать планируют. Отметим также, что инициативная группа продолжает собирать подписи против введения в школах цифровизации образования. За последнее время собрано порядка 2000 подписей. Они направлены в администрацию президента и Министерство просвещения России. Напомним, в июле, когда появилась информация о переходе школ, в том числе нашего региона, на цифровое обучение родители собрали порядка 1500 подписей. Они подчеркивают, что их чаяния до сих пор не услышаны, но намерены их настойчиво отстаивать.